Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вы на канале Тани из Англии. Сегодня у нас заключительная часть прекрасного музея, который находится в Лондоне. Этот музей называется «Виктория и Альберта». На моем канале было несколько видео, поэтому я рекомендую тот, кто будет в Лондоне, посетить этот замечательный музей. Уже в другом видео я говорила о том, что более 2 миллионов экспонатов в этом прекрасном музее. Этот музей мне очень-очень понравился. Если предоставится возможность, и мы будем в Лондоне, то мы постараемся еще раз посетить этот музей. Мы были в течение 3 часов, и, возможно, мы прошли только половину музея. Поэтому в следующий раз, когда мы будем в этом музее, мы постараемся побыть, во-первых, подольше, потому что около трех часов этого недостаточно. Я думаю, что там надо провести целый день, немножко отдохнуть, потому что там есть прекрасное кафе, которое мы не успели заснять на видео. Можно попить кофе, пообщаться, отдохнуть и вновь дальше погулять по этому прекрасному музею. Впечатления у меня остались только самые-самые лучшие. Я думаю, что все, кто побывает в этом музее, получат настоящее прекрасное удовольствие от посещения этого замечательного музея. Еще раз повторяю, этот музей бесплатный. В Англии, особенно в Лондоне, очень-очень много бесплатных музеев. Поэтому, если вы будете в Лондоне, то еще раз говорю, я приглашаю в этот музей, уникальный музей Виктории и Альберта. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, мои дорогие друзья!